Студентка из Луцка выиграла чемпионат мира по судомодельному спорту в Венгрии. Валерия Махлай обошла соперников из 16 стран и стала лучшей в нью-йоркском зачете. Судьи оценивали качество сборки моделей и навыки управления на воде. Для белорусской участницы это не первая медаль на международных соревнованиях. В копилке более десятка наград. К слову, в судомодельном клубе в родном Слуцке Валерия единственная девушка. Все следят за своими соперниками, все стараются как-то успокоить себя, потому что единственный важный момент на дистанции, на котором практически все спортсмены ошибаются во время стартов, это дальние ворота. И многое при прохождении этих дальних ворот зависит не только от спортсмена, не только от модели, но и от удачи. Конечно, не верилось, что все так сложилось, что звезды сошлись, что мне подвернулась удача. Сейчас спортсменка готовится к новому старту. Это будет чемпионат Европы.